Всем привет! Вы на канале Паулина Пас. Сегодня я хочу... Сегодня мы гуляем с Полиной. Да. На уличке. Мы решили погулять. И сегодня мы забрали на почте Полинину долгожданную куколку, которую Поля очень долго ждала. Да. Держи, Полина. Класс! И сейчас мы вместе распакуем ее. Да. Обалденная. Поля, как она называется сначала? Скажи нам. Покажи нам ее. И она называется... Свэг. Полина очень хотела куколку с косичками. Вообще, это, по-моему, мама-кукла Лол, да? Да. Не старшая сестра. Она не старшая сестра, она мама кукла. Это старшая сестра. Ну, Поля хочет, чтобы это была старшая сестра кукла Лол. Это и есть старшая сестра. Так, вот где Малая? Так вот. Малая, иди сюда. Что ты там копошишься? А, ты достаешь куколок Лол своих? Да, да. Куколка Лол, манюня совсем. Вот эта сестренка тоже немножко. Да? Большая. Ну хорошо. Нам нужна большая куколка. Давай, вот давай, да, будем смотреть ее. Итак, Поля открывает. И где она открывается, Полина? И что-то на нее. О, вытащилась. Вау, вот а ну покажи. Ух ты, и вот она, Свэг. Какая она прикольненькая. Вот здесь, значит, ее платьишко. А здесь вот... У нас платье уже идут сюрпризики. Да, вот тут. Давай по очереди, Полина, доставай. Ой. И это что? Ух ты! Свэг, лев. Ой, ой, упала тут у нас. Она смотрите, улица. Она лев. Она как мама, я лев. Так, давай дальше. Что у нас там дальше идет? Так, ну я сейчас возьму вот эту. Какая такая? Что она не достается? А, там еще запечатана. Все запечатано. Ну давай откроем хорошо вот эту... Вот эту штучку, давай. Давай, доставай, Полина, что у нас там находится внутри. Круто! Смотрите, как много там всего. Ой, там еще что-то выпало. Что подождите там выпало? А, ну это бумажечка. А, это упало. Да, упало. Давай, ложи пока коробочку. Давай посмотрим, что у нас вот в этих... гардеробчики. Хочется туфли там, если смотрите. Что давай открываем сразу. Что не, там? Надо сразу одежду, она сразу была тут. Ну давай. Что? Как его достать, эту одежду? А, вот, досталось. Вау. Что-то подцепилось. В таких мешочках прикольненьких, классно. Давайте сразу в эту. Давай смотреть. Распечатывается красивенько. Вот так. Как будто бы... А смотри, такая бумажная, да? Она в долларах. Красивая она такая. И там... И там у нас висит кофточка. Смотрите. Ну что, снимай? Давай, вытягивай. А ну покажи. Тут застежечка, как будто бы... О, нет. Ой, очень красивая, да. Смотрите, прямо застежечка, как замочек. Да. Рукавчики. Очень красивая. Классно. Ну давай смотреть дальше. Ой, что там дальше идет? Я не знаю, что тут. О, шортики тут есть. Вау, Полина взяла следующую. А ну ты покажи нам, какую... Ой, а здесь другая, смотрите, какая красивая. Упаковочка. Ой-ой. Упакованы шортики. О, не шортики, это брючки. Брюки. Обалденные, ребята, смотрите, какие классные. Ну, мы оденем на куколку, Поля, потом. Да, и потом посмотрим, как она будет смотреться красиво. Держи. Попали. Что там дальше идет? Дальше идут коробочки. Тут точно. Такая... А ну, покажи коробочку. Ой, какая красивая, как подарочная, да? Угу. Открывай. И тут у нас... Там тоже? Ой, смотрите, там в таком знаю, целлофанчике. Действительно, как будто подарочек открывает Поля, да? Да. Класс. Туфельки, я так и думала. Туфельки. Сапожки. Ребята, смотрите, какие моднячие сапожки. Вау, классные. Держи, Поля. Обалденные. Держи, Полин. Так, а следующая коробочка у нас тоже такая кругленькая, как будто там крем. Да. Или тортик. Ну, тортик это вкусненько. Вкусненько. Да. Давай смотреть. Так. Тянемся, как спортом занимаемся. О, дотянулись. Опять коробочка, я посмотрю. А, ну давай, смотри. Красивая коробочка золотая. И там опять бумажечки завернуто что-то. Ну, правда, как два подарка. Очки! И сережки. Вот сережки это дорогое, смотрите. Ого, какие серьги большие. Классные, смотрите, действительно. А на рисунку не видно? Свэг. А, и написано Свэг. Подождите, а где сумка тогда? Круто. И очки.
Тут же еще сумка есть. И очки крутейшие. Ой, классные. Держи, Поля. Давай посмотрим куклу же. Откроем. А, еще и смотрите, еще и на шею. И на шею такой красивенький золотой. Золотая цепь. Держи. Давай откроем куколку и оденем ее. Итак, Поля. Поля открывает куколку. Свек. Стоп! Ой. Она голая. Она красивая. Давай посмотрим. У нее носочки мягенькие. Смотрите. Вот и сумочка. Какая она... Какая она красавица. Ребята, она в таком купальничке. Носочки. Обалдеть. А ну, доставай, Полина, ее. Давай быстренько доставай. Какая она классная, симпотная. А там еще и зеркало. Смотрите. Там внутри как будто зеркало. Она красивая. У нее мягенькая. Мама немножко видно. Вау. Класс. Давай положим. У него волосы такие мягкие. Обалденная. Он не цепится. Поля, тебе нравится куколка? Да. Классно. Суперская куколка, да? Хочется уже Поля открыть. Поля прямо не может, уже хочет открыть ее. Итак, Поля открывает. Кого сумочку. Ты думаешь, там сумочка? Да, сумочка. Ты знаешь, да? А, ну покажи. Да, там нарисована сумочка. Давай, мадьячая сумочка. Открывай. Сумка, это деньги. О, классная сумочка. Смотри, это не сумочка, это рюкзак. Рюкзачок обалденный, слышишь? О, давай, а ну давай. Сейчас. Открывается? Да непонятно. А вот тут, вот, смотрите. Вау, смотрите. Он такой ой, красивый. Ой, крутенький, да, действительно классный. Мы сейчас оденем и посмотрим, как оно будет. А значит, это подставка, то есть... А, это подставочка, да. Тут завязано еще есть. Вот, смотрите. Тоже. Ага, это все подставочка. Там мы разберемся, посмотрим, что вот, там смотрите. Для куколки. Это. Да, там показано, как ставить, да? И доставай саму в свэг. Она завязана. Где она завязана? Я же уже вроде развязала. А, давай еще откроем. Тут еще ножки завязаны. Красивая. Классная. Ой, слушайте, у нее такие красивые косички. Какие они шикарные, такие, да? Ой, они прямо такие шелковистые. Слушайте, косички обалденные. Да, Полина? Тут можно расчесывать, расческа есть. Обалдеть, слушайте, так приятно их держать в руках. Да. Круто. Они как будто бы орбизки. Орбизы. Покажи ее нам, поверни. Сейчас, подождите, волосы застряли. Класс, ну, какая она красивая. Волосы. Очень красивая. Слушайте, мне эта куколка очень нравится. Она лучше, чем кукла Лол маленькая, да? Да. Да. В купальнике голая. Ну, она не голая, она в купальничке, носочка. Давайте ее ой, смотрите, у нее еще и родинка возле губы. Круто. Симпатично. Очень красивая, да, Поля? Да. Очень красиво. А Поля взяла свою куколку Лол настоящую. Она прям похожа на нее, да? Почти у нее. А ну поверни. Смотрите. Да, это сестренка. Класс. Это не мама. Сестренка? Да, вот это сестренка большая. Ну хорошо. Отдайте это. Класс, давайте мы ее оденем и покажем уже ее одетую. Какая она будет шикарно красивая. Так и я. И поставьте много-много лайков за эту куколку Свек. Поля уже почти одела Свек. Остались только туфельки. Сапожки. Туфли. Давай одевай сапожки. И покажем вам сейчас, подарок. Какая она красивая. Вот ребята, она просто шикарная, да, Поля? Да. Да, я не ожидала такую куколку. Куколки Лол маленькие, намного неинтересные, я бы сказала так. Да, а эта куколка обалденная, просто обалденная. Она больше нравится нам. Класс, показывай ее. Ребята, смотрите, какая у нас свек моднячая. Очки какие у нее шикарные. И она обалдеть. Обалдеть просто. Я не знаю, как Полина, но мама просто обалдеет от нее. Слушайте. Супер-пупер. Супер-пупер. Я, смотрите, какая красотка. Круто. Сережки какие у нее, прямо как у цыганочки, да? И там с ее именем Свек написано. Да, классная. Ребята, кому понравилась эта куколка, и кому нравится, и у кого есть такие куколки, куклы Лол большие, да, вот эти вот.
Я так поняла, это мама. Разные, но Поля, да, Поля хочет, чтобы это старшая сестра была. Как моя Света. Да, класс. Она просто не может налюбоваться на нее. Да. Кому нравится, ставьте нам лайки и подписывайтесь на Полин канал. Нажимайте на колокольчик, да, и не пропускайте новых видео. Вот так вот, смотри, как классно. Да, класс. Обалденная куколка. Всем пока-пока. Поля будет играться ею. Целый день! Все время. Пока.